Работали в комиссиях по в рамках ЧС по деревне Каменка. Кроме того, произошло изменение законодательства о том, что приватизация должна была проходить только в рамках электронного аукциона. Необходимо было включить определенные контракты, внести изменения в положении, действующие нормативно-правового акта администрации Ачинского района. Поэтому приватизация 2019 года у нас, к сожалению, понимаем, что по нашей вине, в связи с занятостью, она не была реализована. То имущество, которое в 2019 году было планировано не реализовано, выставлено на приватизацию в 2021. Так а зачем вы пришли? Зачем мы здесь находимся? Мы здесь находимся в связи с тем, что у нас произошла также, были, сами все прекрасно понимаете, что в стране у нас, во-первых, был коронавирус, поэтому были трудности с проведением и исполнением работ, а потом в дальнейшем из-за смены руководства, как сказать, по причинам. Это все слова. Ну, если вы разрешите, я немножечко сделаю. На самом деле, вот сейчас удивительное время живем. Сейчас можно хоть что, да, возложить на коронавирус, на какой-то мировой кризис и так далее. Мы просто вот каждый день с этим сталкиваемся. Что-то не сделали, коронавирус виноват. Что-то не успели сделать. Или так вот, чисто это мое мнение, извините.